Все говорят, вот, что нас называют интеллигентным дуэтом. Вот, мы сегодня решили подать номер из жизни интеллигентов. Еще остались такие рафинированные интеллигенты в киевских дворах, такие люди пожилого возраста, которые днем, в выходной день выходят в парк или в сквер и играют в шахматы. Вот мы подсмотрели диалог двух таких людей. Ваши аплодисменты, два шахматиста. Андрей Сергеевич. Здравствуйте, Антон Анатольевич. Добрый день, добрый. Добрый, как погодка? Вы знаете, как говорится, погодка шепчет. Да. Как там ваша супруга? Ничего, благодарю, ничего, передавал вам низкий поклон. Все, много благодарен за такое внимание. Да, а у нас, знаете, осталась партия неоконченная. Да вы что? Ну да, вчера не закончили, вот я фигуры расставил уже, вот все стоит. Да, мы не закончили, да? Да. А ну-ка напомните, на чем мы остановились. Я походил Е2 и 4, и вы задумались, вот... Мы отложили, так сказать, партию. Да. Предлагаю, давайте, может быть, мы закончим уже все. Припоминаю, действительно давайте. Задумался, да. Ну, знаете, как-то неудачно, да? Неудачно мы походили. Ну. Давайте-ка заново. Заново? Хорошая погодка, давайте. Я буду белыми. Давайте, хорошо. Давайте, вот я хожу Е2, Е4. Прекрасный ход. Конечно. Прекрасная погода, прекрасный ход. Хотите? Я подумаю, сейчас идите быстрее. Что тут думать? Вы не торопите меня, не торопите. Шахматы они не любят. Спешки. Вот. Ну, другого выхода не вижу. Не вижу пешка на D6. Вот так. О-о-о! Вы попали, Антон. Роковая ошибочка. Какая роковая ошибочка? Я первый ход только сделал. Какая роковая ошибочка? Ну все, хапец тебе, чего ты смотришь? А ты не тыкай мне, что ты тыкаешь на меня? Ты давай ходи. А ты сюда смотри, вот все, пошли, стащи гранату. Да, как ну вот так вот сюда, конь на D5, а? Ты что, дядя, конь так не ходит. А не ходит, да? Не ходит такой, ты чего? Он не ходит, ты правильно почитай, пойди. Конь ходит буквой Г. Что ты мне рассказываешь, дебил ты? Конь ходит буквой Г, я тебе говорю, ты чё? Вафел ты конченый. Ты очумел вообще, ты нормальный. Я всю жизнь играю, конь по диагонали ходит. По диагонали ходит офицер. Ты что, ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Конь не может быть офицером, может животное. Так. Ты давай ходи, давай, что да ты? Давай. Ты думаешь, ты самый умный, да? Да. Хорошо, пешка на шее. Что ты? Ходи давай, ты. А я покажу. Ты походи. Я покажу, ты не переживай. Я не переживаю, мне нахер надо переживать за тебя, слышишь? Кто ты такой вообще, я переживал за тебя, слышишь, начинается. Давай. Кто я такой-то? Да. Кто я, блядь, такой? Кто ты такой? Что ты с ним играть со мной, слышишь? Я сейчас, сука, встану и покажу, и кто я такой. Ты своими мозгами хоть не думай, как здесь показывать. Давай, что ты ищешь, вилка тебе. Завтра жопа Новый год, да. Вилочка, или эту пешку забирай, или эту. Давай, какую ты отдаешь, давай. Вот тебе дуль. Вот тебе две, ты понял? Никакой тебе не отдам. Ничего себе. Вот я хожу, вот ладья делает сальто и становится обратно, понял? Хер наврила, два в уме. Какое сальто? А поебал? Какое сальто нахер? Ты с ума сошел? Ну что ты? Какой? Нет такого правила. Есть такое? Нет такого хода. Ты возьми, прочитай. Да нет такого хода. Раз в игру можно сделать сальто, как Каспаров ходил, бля. Хорошо. Ладно, хорошо. Ебало жаба гадюку. Так, давай. Я забираю коня, понял, да? Прокурил Воронова, да? Что? Что? Это если бы жена моя не сказала, пойди сыграй с Андреем Сергеевичем, я бы хер бы с тобой играть, ты понял? Ну привет жене, хорошо, я передам. Да тащи, два валета и вот это, раз, два, три, четыре, четыре пешки забираю. Ты с ума, вот так в шашках ходят? В хуяшках так ходят. Ты, иди в жопу, куда это? Хорошо, ладно. Что? Правда, ты дал 4 пешки? Сиди, не уйди! На дедулю, ты на понял? На тебе! Пошел ты вообще! Хорошо, ладно. Давай. Хорошо, давай. Смотри тогда, вот так вот. Давай. Вот так. Ладьё, я хожу сюда, да? И все фигуры, которые между моими ладьями, все сгорают, ты понял? Опачки, вот так вот, все раз и сгорели, а? Ты что, сосну ебался? Что такое? Что? Что? Где ты взял это все? В чем дело? Куришь, давай, не умеешь играть, не садись, ты понял, все, забрал, давай. Все, что ты вообще там сделал? Давай, ходи. Я хожу, да. Хорошо. Ты походи. Я хожу, ты походи. Хорошо, давай. Я пойду. Да ты пойди. Смотри тогда, опа, и возвращается конь. С хуярем возвращается.
спасения. Не, ну это чересчур, ты мы в шахматы играли во что? Я убил этого коня. Это что? Ход такой. Какой ход такой? Будулай называется. Какой будулай, нахер? Вот такой. Ты охерел, ты какой будулай? Вот такой, блин. Вот такой та-та-ра-та-ра-та-ра-та. И пошел, блин. Нет такого хода. Нет, ты правила почитай. Летел ты, блядь, свои разумы. Ну, хорошо. Да. Хорошо, ладно, смотри. Да. Серьезно, если у тебя шах и мат, ты понял? Что? Шах и мат? А хер тебе, я играю дальше, пожалуйста, вот, хожу тебе, понял? Сдавайся, хуепудала, мат тебе! Ты нормальный, мат тебе, чё? А писюн тебе в фантик не завернуть? Да пошел ты знаешь куда? Не, ну так что, я не играю эту игру, слышишь? Нормально вообще? Ты что делаешь, псих ты? Нет нервов, не садись в шахматы играть! Слышь, ты правильно свои придумал? Я все запомнил, я восстанавливаю игру. Да не буду я играть, это как чёрт, слышишь? Что ты делаешь, уебанец? Начинается, я не буду играть в твои шахматы, все. Да ладно, предложи альтернативу. Давай домино. В домино? Давай домино, давай. В какое домино? Только так, давай, только так, нормально. Давай. По нормальным правилам, давай. По правилам, да, да. Без сальто. Хорошо. Без всех твоих приколов, хорошо. Без фокусов, да? Хорошо. Играем? Играем. По правилам. Хорошо, нормальное домино. Нормальное домино. Все, с козырями или да пошел ты в жопу.